Павел Гейм Чаннел. Приветствую, смертные! На ваших экранах вновь Warcraft 3 и доп-компания Hoof of Honor. И четвертая глава. После того, как Непарн нашел то, что искал, он отправился на поиски материалов, необходимых ему для постройки транспорта до Шенвальского леса, для того, чтобы покончить с этим недоразумением раз и навсегда. Жуть. Теперь будем строить корабль до Шенваля. А пешочком не вариант добраться до него. Что прикажете? Чем бы заняться? Классно. А там задание получить. А, ну вот. Чем могу быть полезен? Так, добудьте металл, слушай, добудьте слушай. Движок, код. Не знаю, что это. Отправиться в Шенваль, то есть улететь, будет и Непарн глубже, должны выжить. Окей, у нас теперь гигантская карта, по которой будем путешествовать. Ну, окей, это будет несложно, думаю, с такими-то двумя крутыми героями. Сделаем все на изи. Приступаю немедленно. Что прикажете? Они не пройдут. Будет исполнено. Блин. Слушаюсь. Допов, конечно, не хватает. Хотелось бы их тоже. За наших предков. Отличный план. Чем могу быть полезен? Дорогу! Ты еще не видел меня в бою. Приступаю немедленно. Я готов. Слушаюсь, вождь. Найс. Целые армии сливаем. Блин, герои не качаются. What the fuck? А, ну, скорее всего, скрипов опыта не включил автор. Но это самое логичное объяснение. Отлично. Чем могу быть полезен? Слушаюсь, вождь. Честь. За наших предков. Слушаюсь, вождь. Так. За наших предков. Чем меня еще удивить, а? Это пока все как-то пресно. За наших предков. Они не пройдут. Тупые слушаюсь, болванчики крипы. Здравствуйте. А вы кто будете? Путники, пожалуйста, постойте. Прекрасно, гоблин, ты как раз тот, кто нам нужен. Послушай, Жадина, мы ищем прочный металл для постройки воздушного транспорта. Поможешь нам? Возможно, мы могли бы оказать друг другу услугу. Видите ли, на мой лагерь напали свирепые древесные твари, а я слишком слаб, чтобы дать им отпор. Если вы избавите мой лагерь от них, я дам вам металл. По рукам. Звучит неплохо. Что скажешь, Непа? Скажу, что мы договорились. Я готов. Так, ладно. Блин, теперь две музыки играл во время синематика. У меня, как видите, выключена она. Будет исполнено. Так, надо... Что прикажете? Разобраться с какими-то тварями. О, неплохо бы это было условием сделать, наверное. Заказ мода. Чем могу быть полезен? Они не пройдут. Слушаюсь, вождь. Ты еще не видел меня в бою? За наших предков. Поезд богатыря. Мощная вещь. Но...
Блин, мне нечего просто выкинуть. Я бы выкинул камень здоровья, но это реген. И реген куда круче, чем 150 хп. А урона у нас и так хватает. Я готов. Даже не знаю, что такого можно выкинуть. Это вот, наверное, самый хреновый предмет, просто плюс 3 к статам. Но 3 к статам ко всем лучше, чем 6 к одной силе лишь. Плюс еще шарик есть с этой штукой Феникса. Поэтому, походу, придется остаться. Опа. Переход на другую подкарту. А? Так, сделано уж. Ладно. Будет исполнен. Отличный план. Слушаюсь, вождь. Будет исполнен. Отличный план. Блин, гигантская карта. И ты надеешься на ней хоть что-то увидеть, но ты видишь тупо крипов. Ну, по крайней мере, они хоть встречаются периодически. Они пропадают где-то. Кстати, больше крутых Прошу, да, вот этот артефакт. За наших предков. Тогда ладно. Отличный план. Никаких пока что претензий. Будет исполнено. Хотя во второй главе отлично. Получается. Или... Отличный план. Не, во второй главе было вот это. Значит, в четвертой главе мы должны еще что-то из артефактов найти. Будет исполнено. Так, и куда я залез вообще? За наших предков. Дорогу! Ты еще не видел меня в бою! Разницу! Задолбали меня сон кидать. Чем бы заняться? Что прикажете? За наших предков. Будет исполнено. Приступаю немедленно. Отлично. Чем могу быть полезен? Да вы попасть сможете, поди нет. Что приказали? Лечебный эликсир. Слушаюсь, вождь. Всего-то. Видел меня в бою. Приступаю немедленно. Дорогу! Что прикажете? Будет исполнено. Да, это не круто, конечно. Забирались тут. И получили шиш. Чем могу быть полезен? Плюс к тому же я напомню, что герои не качаются. За наших предков. Ну, еще сюда дорожка, конечно. Слушаюсь, вождь. Будет исполнено. Это совсем другая история. Еще пачка муроков. Ну, здравствуйте. Будет исполнено. Слушаюсь, вождь. Чем бы заняться? Что приказали? За племя! Раступись! Отлично! Дорогу! За наших предков! Раступись! Отлично! Приступаю немедленно! Блин, ну сейчас окажется, потом надо будет назад топать целый год. Вот веселуха будет, а? Ха-ха-ха! Ну все! Что прикажете? Они не пройдут. Очевидно, фени не подействуют тут. Ну, 10% срабатываете, а? Что-то не катит. Рунные перчатки, сила защиты.
Чем бы заняться? У меня ничего такого тоже нет на заброс. Слушаюсь, вождь. Что прикажете? Грабь и честь. Будет исполнено. Отлично. Дорогу! Отлично. Дорогу! Отлично. Расступись! Отлично! Расступись! Отличный план! Выступаю немедленно! К оружию! Ну все! Дорогу! Что приказали? За наших предков! Блин, уже половину карты мы оббегали, и пусто! За наших предков! Блин, такой потенциал, конечно, в этой компании был. Все как обычно. Разнесу. Что прикажете? Отличный план. Не дожимают авторы. Чем могу быть полезен? Слушаюсь, вождь. Отличный план. Ты еще не видел меня в бою? Я готов. Они не пройдут. Источник магии. Окей, но с маной у меня порядок. У меня маска Кисоби у обоих героев. За наших предков. Расступись. Отлично. Выступаю немедленно. Чем могу быть полезен? Я готов. Блин, мы найдем хоть что-нибудь, а? Неужели все, что необходимо, где-то в одной точке сосредоточено? Отличный план. Будет исполнено. Раз, два, три, пещеры. Зато выползла ящерка. Слушаюсь, вождь. А, понятно. Лялька, мамаша и папаша. Что прикажете? Ну все. Расступись! За наших предков! Я готов! Что приказали? Я готов! Блин, еще что так приказали? Оттолкнуло ее, конечно. Что прикажете? Так, что тут? Рынок. Я готов. Ага, вот и энджин. Мы собрали все, что нужно для воздушного транспорта. Теперь нам просто нужно найти высокую точку, откуда мы сможем взлететь. Что? Бат! Я, походу, не должен был сюда доходить. Раньше времени. Кошмар! Как так можно было на ровном месте обосраться? Короче, я решил вернуться к началу. Поэтому давайте сначала зачистим все, что здесь. А потом уже, наверное, надо было вообще сначала все, что здесь, зачистить. Потом уже по пещере бегать этой. Кстати, на мини-карте перестало мигать. Это уже совсем другая история. Будет исполнено. Что прикажете? Будет исполнено. Спасибо! Вот металл, что вам был нужен. Выступаю немедленно. Так. Будет исполнено. Металл получили. Теперь ткань. Посмотрел я в Google Translate. Что это такое? Ткань, возможно, здесь располагается. Чем могу быть полезен? Ну, конечно, странно, что типа... Что приказали? Я предполагал, что мы сначала доберемся. Ну, то есть по порядку все будем делать, но по идее хотя бы блокировать путь нам должны как-то, не? Будет исполнено. Но даже этого нет. Ладно, тут в любом случае недалеко, чуть-чуть побегаем и пойдем смотреть эту часть, а потом уже можно к рынку вернуться и лететь в Ашинваль. Я
Я почему-то изначально подумал, что мы будем плыть. Но лететь тоже неплохая идея. Слушаюсь, вождь. За наших предков. Опа, кадойчики. Только дикие кентавры способны на убийство таких безобидных созданий, как кадои. Похоже, из них они делают одежду. Кожа кадуи выглядит весьма прочно. Может, нам ее использовать в качестве ткани? Ты гений. Наверняка у вождя этих дикарей есть лучшая ткань. Давай найдем его и заберем то, что нам полагается. Не просто ткань, целую кожу сдерем с кентавра, жуть. Дирижабли с кентавра. Ну-ка, ребятки, посторонись. Отлично. Приступаю немедленно. Что прикажете? Они не пройдут. Чем могу быть полезен? Отличный план. Я готов. Будет исполнено. За племя! Отличный план! Рад и честь! Что прикажете? За наших предков! Что приказали? Вообще, поганцы сраные. Священных кадоев поубивали. Слушай, тут, а? Вождь. Такой грех не простителен для кентавров. Так что точно будем делать что из их кожи. Каркас для дирижабля. За наших предков. Раступись. Чем могу быть полезен? Отличный план. Они не пройдут. Я готов. Отлично. Ну все. Что прикажете? Будет исполнено. Все, кажется, у нас. Все-таки с кадой, Скай, как вы посмели, фу. Что приказали? Лучше бы из кентавров сделали. Я готов. Так, ну что, походу опять придется через всю карту топать. Далеко-далеко до рыночка. А рыночек, я так понимаю, они даже не прокомментируют. Вообще ничего за голову не получили. Весело. Покупаем теперь эту деталь. Кстати, заметьте, некоторые предметы с нуля. Не зарядами, но в общем... Нету в наличии этих предметов, но они продаются. Очевидно, автор забыл проставить максимальное количество в магазине. И из-за этого вот такие вот дела. Окей, энджин мы получили. Мы собрали все, что нужно для воздушного транспорта. Теперь нам просто нужно найти высокую точку, откуда мы сможем взлететь. И что дальше? Мы можем еще купить такой. Сейчас я вот думаю, сферу... Яда брать, не брать, но как бы сфера замедления тоже хороша. Есть ли смысл на яд обменивать? Что приказали? Наверное, особо нет. Слушаюсь, вождь. Поэтому давайте-ка идем дальше. За племя. Отличный план. Слушаюсь, вождь. Дорогу! Отлично. Старшая руна исцеления. Да нас тут особо прям не коцали. Наполовину гору был ранен и все. Теперь нам надо просто найти это, где взлететь. А интересно, мы могли просто туда прийти? Пешочком, так сказать. Что прикажете? За нашу предков. Приступаю немедленно. К оружию! Что приказали?
Какие же вы косые. 33%, как будто там 66 стоит. О, еще гарпи, а. Сколько же вас тут? За наших предков. Дорогу! Почти готово. Будет исполнено. Мы почти на месте. Слушаюсь, вождь. За наших предков. Слушаюсь, вот вождь. И точка. Ну что, теперь построите дирижабль? Ну, то есть, вот, не пами этот, или как-то... И уже закончил с этой проклятой машиной, небо? Терпение! Гвоздик тут, проводок там! Вот и все! Залезай, Градж! Битва зовет! Ура! Что ж, осталось только свершить свое месть, и, по всей видимости, кампания на этом закончится. Что ж, какая-то относительно вообще простенькая глава по сравнению с предыдущими. Я надеюсь, пятая вообще не будет шедевром без триггеров, так сказать. Но будет посмотреть. На этом все, с вами был Павел Первый, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте рук к себе, оставляйте комментарии, увидимся в следующих видосах. И всем пока!